Всем-всем большой привет! Хочу показать свои пустые баночки за конец мая и начало июня. Так получилось, что у меня раз в месяц банки выходят, но почему-то посередине. Ну, давайте начнем. Сразу покажу первую пару. Шампунь не закончился, его немножко осталось. Я его закончу, просто не хочется, чтобы такая огромная бутылка лежала потом целый месяц. От чистой линии фитотерапии укрепляющий шампунь. Двойная концентрация крапивы для всех типов волос. Ну и, соответственно, бальзам-ополаскиватель тоже такой. Мне очень понравился этот шампунь. Смывать маски с маслами. До мытья головы, когда делаешь маску с маслом, очень хорошо он смывает. Ну и если он действительно укрепляет, то... это замечательно, трудно это проверить, потому что обычно не одним шампунем мы пользуемся, а и масла, опять же говорю, и маски, и бальзамы, и кондиционеры разные, и всякие сыворотки, чего мы только не втираем, и все работает тандемом, да, можно так сказать, все вместе. Шампунь мне понравился, и ароматом понравился. Я уже говорила также, что люблю ароматы травные, природные, потому что они меня вселяют надежду, доверие, и как-то вот раз пахнет чем-то живым и природой, значит, оно действительно целебное и лечебное. Сам шампунь, если им пользоваться просто как шампунем, то он, конечно, как некоторые девочки говорят, жесткий, до скрипа промывает голову, волосы, и из-за этого не всегда их легко расчесать. Бальзам очень хороший ополаскиватель. Если волосы убитые, то один такой бальзам, конечно, не поможет, и нужно еще какие-нибудь сыворотки втирать. Но в целом вот эта пара работает неплохо, если ваши волосы, если вашим волосам это все подходит. Много я тут говорю про одно средство. Следующий шампунь я покажу мужской от Faberlic, серия Lancelot, для всех типов волос. Вы знаете, уже купили еще два таких, потому что мужу он понравился. Периодически, когда у него, например, нет мужских шампуней, то он, естественно, пользуется теми, которые стоят у нас в обиходе. И чаще всего у него появляется перхоть. Вот с этим шампунем такого не было. То есть никакой перхоти не было. Шампунь хорошо промывает волосы. И кожа головы прекрасно себя чувствует. То есть никаких там зуда, перхоти, ничего этого нет. То есть он остался доволен и с огромным удовольствием купили. И вот как только этот кончился, сразу достал следующий и начал пользоваться им. Моет голову он каждый день утром. Потому что волосы, ну, склонны к жирности, как, впрочем, у многих мужчин. Далее. В этом месяце закончилась пена для ванн от Avon Пион и Гранат. Она была такая прямо малинового цвета. Вы знаете, из бутылочки пахнет приятно и ароматно, но вот в ванной не то, просто очень много сейчас ароматов. Гель для душа, шампуни все такие ароматные, что я очень плохо аромат пены самой чувствую. Вот. Но пену дает отличную, как всегда, Avon в этом отношении на высоте. Пены хорошие, очень экономные. На дно ванны капаешь вот буквально вот одно такое отделение, и пены по мере наполнения ванны огромное количество. Следующее, что закончилось. Закончился вот такой гель для душа. Я на нем останавливаться не буду. Ароматный, вкусный, замечательный. Единственное, их уже не очень просто купить. То есть есть какие-то сайты, где Infinum продается. Раньше это было через Faberlic. Но сейчас мало у кого это осталось. Сроки годности уже у этих средств поджимают. Поэтому даже если кто-то сидит с запасами, то, девчонки, трясите своих хомяков, которые не отдают. И пускай эти гели уже как можно быстрее используются и уходят в банки пустые. Дальше. Девочки сказали, что надо в хаотичном порядке, потому что не всем нравится, когда поэтапно. Поэтому я сейчас уже так и поступаю. Очень-очень классный аромат от Faberlic Beauty Cafe, ароматная земляника. Вообще мыло от Faberlic из серии Beauty Cafe я люблю все. Вот все, как и есть, все мне нравятся. Ароматная земляника одна из них.
приятный аромат, аромат, даже вот помоешь руки, вокруг раковины даже вот витает какое-то время, от рук тоже немножко пахнет. Есть еще крем для рук ароматный земляника, можно сразу пользоваться им, и будет вообще замечательно. Очень хорошее мыло, я рекомендую, если кто-то его еще не пробовал. Дальше, вот тут еще от волос у меня осталась облепиховая маска обертывания для волос, блеск и сияние. Так, ну давайте так поближе я покажу, что в нее тут входит, какой сок. Для всех типов волос. Вы знаете, вот я, ну если начать вообще с аромата, аромат облепиховый, облепихи. Аромат на любителя, кто не любит облепиховую аромат, то, конечно, в нос бьет, и знаете, вот как от лимона, от облепихи, скулы даже сводит от кислоты, вот на него тоже такая же реакция происходит, если вот в банку носом понюхать. Аромат держится очень долго еще и на волосах. То есть, знаете, так как преследует немножко. Волосами тряхнешь, особенно если длинными. И вот опять это облепиха. Мне очень понравилось именно обертывание до мытья головы вместе с маслами. Потому что если после мытья головы использовать как маску, она чуть-чуть слабовата все-таки. Вот не хватает. В общем, после нее приходится мне уже не смываемыми какими-то кондиционерами добавлять вот что-то волосам, чтобы их и расчесать, и они были более такие, знаете, гладкие. Вот. Но в целом маска вот, до мытья головы вместе с маслами работала хорошо. Дальше. Закончился вот такой гель для душа банановый Green Planet. Мне дарила Катюшка Минченкова вот такой набор. Три желания. Мини-набор гелей для душа. У меня в прошлом месяце закончился вот этот гель-скраб для душа. Давайте так поближе покажу. В этот раз питательный крем-гель для душа с бананом и молоком. А вот этот у меня еще остался в запасах. Но тоже уже скоро пойдет в ход. Как в прошлый раз я уже и говорила, что вот сама вот эта пластиковая бутылочка настолько тугая, что вот такая помпа абсолютно бесполезная. То есть оттуда ничего не вытечет. Чтобы потекло, нужно на него надавить. Вот, и поэтому приходилось просто откручивать. Но это не проблема. Аромат очень вкусный, банановый. Мылась с удовольствием. Использовала тоже с огромным удовольствием. Чуть-чуть жидковат, поэтому расход... Ну, может быть, вот этой бутылочки мне хватило раз на 5-6. Вот так. В то время как вот этот гель для душа, это тоже подарок был. От Леночки Никандровой. Он был такой ярко-ярко-желтого цвета с блесточками. Ванильный. Да. Какая-то ваниль. Вот. Увидели, да, какая ваниль. Вот он был настолько густой, что такой бутылочки хватило на 4 раза. Тут всего 50 миллилитров. Да, 50 миллилитров. Вот реально на 4 раза. Ну, понятно, еще от мочалки зависит. Если у вас вот такая вот длиннючая, как вот бабушки-то делают, вот, вяжут, да, то ее пока с двух сторон польешь, такой банки не хватит. А если у вас такая либо рукавичка, либо мочалка, которая, ну, вы поняли, типа губка, да, то надолго хватит, нам маленький расход получается. Приятный аромат ванильный, бурбонской ванили аромат. Не приторный, а вот такой вот с кислинкой ванили. Он не всем нравится, но приятный. Использовала с удовольствием. Максимка даже помогал. Смеялся над блесточками. Ну, блесточки не остаются ни на теле, ничего. Вот просто само как бы вот оформление эти блесточки видны. Такой вот еще гель для душа от Faberlic закончился. Парфюмированный гель для душа. Вы знаете, вот я парочку гелей сильно ругала, очень сушили они руки. Я их использовала как жидкое мыло. А вот этот почему-то не настолько сушил. То есть, ну, подсушивал, но мне и вода подсушивает. Но в целом, вот он не то сезон такой, что нету сейчас батарей. И на улице влага, сейчас дожди очень сильно льют. Может быть, кожа не такая вот сухая. И как бы вот неплохо он и работал.
и мылился хорошо, и промывал хорошо. Единственное, я все это время пользуюсь кремом для тела, кремом для рук, поэтому, естественно, если даже сушил бы, то мне это не страшно. Так, насчет крема для тела. Вот это вот просто боевая уже бутыль. Мне ее присылала еще Жануля год назад. Полгода она у меня была открыта. Ежемесячно я какое-то количество тратила в этой вот бадье 400 миллилитров. И груша, карамельная груша называлась. Вы знаете, надо совсем чуть-чуть на все тело. То есть это вот оно больше как молочко, не крем. Да, молочко для тела. И его надо было немножко, он быстро впитывался, разносилось маленькое количество по всему телу. И поэтому вот реально я с ним долго я его тратила. Он не мог истратиться. Ну, это неплохо, потому что аромат не очень нравился. И само тело быстро впитывалось в само тело. И хорошо вел себя на теле. Я не знаю, все ли средства от Ифраше для тела вот из этой серии настолько хороши, но вот если такое молочко только с разными ароматами все работают одинаково, то мне понравилось. Единственное, ну, конечно, те, у кого хорошие запасы, кто любит менять ароматы, то, конечно, очень тяжело 400 миллилитров использовать. Это вот, наверное, единственный минус — большой объем. Но добила, видите, справилась, добила. Так, еще покажу уже третий раз. И снова две штуки. Вот такие ампулы. Это тоже средство для волос. Снова покажу вот эту коробочку от них. И опять же не последний раз. Тут их было всего 8 штук. Осталось у меня 2 еще на 1 месяц. Вообще можно 2 раза в неделю даже этими ампулами пользоваться. Но у меня получается 1 раз в 2 недели. Ну вот так. Против выпадения укрепляющий комплекс для волос. Вот. Покажу очередной раз, но показываю для тех, кто, может быть, впервые смотрит, ведь не всегда постоянные только зрители. Девчонки, укреплять нужно именно кожу головы и корни волос вот этим средством. Если масла и маски вы наносите на длину, то тут на корни. И действительно укрепляет. Вот я говорю, в комплексе, вот как я шампунь укрепляющий, да, использовала. И что вот этот укрепляющий комплекс, это огромное спасибо Наташеньке, Тата Матата, которая мне это прислала. Действительно работает все вместе, потому что когда она мне его прислала месяца 3-4 назад, я не помню точно, у меня волосы просто сыпались из меня, они просто выпрыгивали и уходили от меня, не знаю, что я им сделала, но вот сейчас такого не происходит, видимо, они осознали и решили остаться, ну, остатки остались со мной, поэтому вот я думаю, что все-таки этот комплекс тоже сыграл большую роль, как и масла. Масла... Миндальное масло, у меня вообще волосяной такой, да, получается обзор, все для волос закончилось. Миндальное масло закончилось, масло миндально-косметическое, мне его прислала Юлюнечка, спасибо тебе огромное, моя хорошая. Замечательно, она мне несколько масел прислала, я ими всеми тоже с удовольствием пользуюсь, потому что они классные. И с масками мешаю, и до мытья головы на 2-3 часа, на 4 даже порой. И отдельно, бывает, просто наношу одно масло. Например, когда вот этим я пользуюсь на корни волос, то вот этот вот все на длину, под заколку и под шапочку. Замечательно. То есть волосы мне потом спасибо говорят. Ну, видите, даже передумали меня покидать пока. Так, еще для мытья. Закончилось вот такое... недоразумение, хотела сказать. Но закончился скраб для тела. Мятный шоколад. Бьюти-кафе от серии Faberlic. Лакомство для тела. 0 калорий. Вы знаете, я даже не знаю, что сказать про него. В целом, если вот взять плюсы. Аромат. У него аромат для меня был шоколадный пряник. Вот такой. Минусы. 120 грамм всего. Это мало. Минусы. Цвет. Сам скраб был темнее, чем цвет этой банки, темно-коричневый. И еще один минус в том, что, ладно, расход большой. Плохо то, что вот этот коричневый цвет, и пена была коричневая. И когда ты моешься, все равно эта пена летит во все стороны, ну, в моей ванной. Если у вас душевая кабинка, и вы там закрылись, и пусть летит во все стороны, потом ополоснули душем. У меня...
шторка. У меня одна сторона вообще свободная в ванной. Ну, так, старый дом, у нас нет возможности полностью как-то закрываться. Ну, в общем, эта пена летела во все стороны. Потом приходилось и шторку мыть, и вокруг себя мыть, и на ванной висит, это не очень привлекательно. Как-то вот так. Но скрабировал хорошо. Ну, само скрабирование, оно не беспощадное, щадящее, приятное скрабирование. И, ну, аромат все равно приятный был, шоколадный такой, приятный аромат. То есть, я не знаю, но я думаю, Фаберлик не зря его так как лимитку выпустил, и он сразу же у них закончился. Все-таки как-то не очень удачный продукт. Если выбирать, пускай вот в бьюти-кафе есть скрабы, ну, та же малина и белый шоколад, там пускай тоже 150 мл всего объем, но там и вкус, и качество, и, ну, в общем, там вообще одно удовольствие. Если выбирать, то я, конечно, малину возьму. Следующая, еще одна бадья. Это тоже от Жанульки. Жануль, если смотришь вдруг, то огромное тебе спасибо. Она мне присылала набор. Было у меня мыло для рук и крем для рук. Мыло для рук у меня закончилось уже давненько. Пахнет вот лимонный конфитюр, да, лимонными конфетками пахнет, леденцами какими-то такими кисленькими. И вот на лето я на жаркое время, правда жары нету, решила попробовать использовать крем для рук. Тратила я его 2 месяца, потому что 200 мл. Тоже очень боялась, у меня в этом месяце рулили эти 2 последних месяца большие боди. Для ног у меня не закончилось, но тоже объемное, объемный крем стоит. Тоже бьюсь, добью. Отличный крем. Вы знаете, вот единственный в нем был минус, он же и плюс. Крем стекал вот прямо начисто. Бутылочка чистая-чистая оставалась, когда стекал крем. Но вот когда его осталось уже от дна примерно вот так, мне пришлось его просто перелить, потому что помпа не сосала. Видите, тут вогнутая такая вот вмятина. И в краях очень много оставалось. Пришлось перелить, и до последней капельки я его доиспользовала, потому что крем того стоил, он приятный, аромат просто приятный. Моя сестра приходила, давай, говорит, мне сюда свой крем, я вот ручки нюхать буду. Закончилось также вот такое жидкое мыло. Вот видите, серия похожая. Только у меня был набор, Леночка Никандрова присылала. Спасибо тебе, Леночка, огромное-огромное. Лаванда Прованса называется. Еще гель для душа у меня такой оставался. Аромат лаванды. Цвет вот такой был, лавандовый. Как мыло вообще бесподобное. Я очень люблю жидкое мыло от Ифраше. Вот как от Фаберлик люблю, от Ифраше тоже люблю. 200 мл, конечно, расход быстрый, но достаточно экономный, потому что не надо там жать и жать, достаточно 1-2 нажатия, чтобы помыть ручки. Единственное, аромат на любителя, лаванду не все любят. Мне нравилось. Для разнообразия было приятно. Так, дальше. Уже заканчивается у меня. Вот прямо чуть-чуть тут осталось, думаю, уже я покажу. Это уже огромный привет Катюшке Потяковой. Привет, Катюша, огромное и тебе спасибо за эту маску. Попробовала я маску от баньки Агафьи, секреты сибирской травницы. Омолаживающая маска для лица на лосином молоке. Маска мне очень понравилась. Я уж не знаю, омолаживает или нет, но лицо после нее выглядит очень приятно, свежо, красиво. Ну, понравилось, честно, понравилось. Единственное, вот аромат, кто-то говорит, пахнет печеньем. Нет, для меня, знаете, чем-то ржаным таким, вот хлебцами ржаными, вот чем-то таким, корочкой хлеба черного поджаренный, вот какой-то такой аромат. Классная маска, вот в ней 100 мл, и последний месяц, полтора или два, ну вот как Катя прислала, я практически одной ей пользовалась. У меня даже вот тканевых масок в этом месяце нет, потому что я прям подсела на эту маску и все, одной ей пользовалась. Я ее допользую, просто тоже, чтобы не хранить, сейчас решила показать, и уже, когда закончится, просто выкину вот эту банную, ну, пакетик вот этот. Очень приятный вот этот пакетик оказался, мне понравилось его использовать.
Так, у меня садится камера, наверное, пока я закончу. Ну, это будет как бы первая моя, получается, часть. И встретимся уже дальше в следующей части. Всем пока!